Так, ну что ж, поехали. Ого, вот это да. Вот это мощь. Газу, газу. Грязь нам не помеха, мы выедем из любых преград. Давай, 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 газу, 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 газу. Вот это да, вот это, ребята, автомобиль, я понимаю. Вот это автомобиль. Давай, давай, газу, газу, газу. Я думаю, что вот такой автомобиль в жизни мне бы точно пригодился. Он просто супер. Он показывает, насколько у него мощные колеса, которые готовы преодолевать любые, в принципе, препятствия и выезжать из любой грязи. Дорогие друзья, а перед тем, как вы посмотрите это видео, рекомендую вам подписаться на мой канал. Также обязательно ставим лайки. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Юра, вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы будем играть в игру Hill Climb Racing. Ну что ж, давайте прокатимся на каком-нибудь из автомобилей. Так, на чем мы в прошлый раз мы катались на много всяких автомобилей. Смотрите, сколько у нас открыто здесь всего. У нас здесь все, что хочешь, есть. Так что, в принципе, можно и сигануть. Давайте прокатим людей на паровозике, а там посмотрим. Так, все уровни тоже мы с вами открыли. Так что давайте выберем любой, в принципе, из всех доступных. Вот можно по лесу взять. Ну что ж, давайте, в принципе, прокатимся. Ну что ж, паровозик с людьми едет, едет, едет. Ну что ж, давайте. Чук-ч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 ук. Ого, я и эти. Здесь деревья. Я не знал, что здесь эта трасса не подходит для этого паровозика, потому что здесь елки. Давайте поменяем трассу с вами. Давайте возьмем возле вулкана. Трасса называется Вулкан. Ну что ж, повезем людей через горячую лаву. Ну что ж, давайте с вами посмотрим, на что способен этот паровозик. Ну что, друзьяки, готовы? Ой-ой-ой, ребята! Давай-давай-давай-давай-давай, выезжай-выезжай, мы загорелись. Наш паровоз горит, ребята! Чук-чук-чук-чук-чук, давай-давай-давай, выезжай-выезжай-выезжай, газу-газу-газу-газу-газу-газу. Газу-газу-газу-газу, у нас топливо на максималку стоит, ребята, и мы с вами можем утонуть просто-напросто. Давай, 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 газу, 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 мы выедем. Я уверен, мы должны обязательно выехать из этого. Нет, ребята, мы не выедем. Это я не понимаю, зачем эти трассы для нас пускают. Мы хотели покататься на паровозике. Так, ну что ж, давайте тогда возьмем что-то другое. На паровозике не хочу. Давайте на вот таком марсоходе, севший на Луну. Точно, на вот таком лунном. Так, давайте ж и Луну подберем. Так, лес, чужая планета, Марс, Луна. Вот у нас и Луна. Ну что ж, давайте проедемся на Луне. Все, лунный аппарат готов. Везде, ребята. Ой-о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 й. Сальто вы видели, ребят? Вау, ребята, круто! Вы видели, как я умею сальто крутить в разные стороны, когда захочу? Вот это кайф, вообще просто супер. Я могу в любое время делать сальто, и я не упаду на голову, а упаду на такую специальную платформу, которая не даст моему лунному модулю приземлиться. Так что давай газу, газу, газу. Ну, по лунному грунту полетим. У меня еще и включается какая-то штука такая летающая. Ну, точно Луна. Точно Луна, смотрите. Когда я в воздухе, я могу управлять лунными двигателями другими, которые помогают мне летать в воздухе.
так. Видите? Ребята, я лечу. Посмотрите, я взлетел в космос. Ребята, вы такое видели когда-нибудь? Посмотрите, я взлетел в космос. Посмотрите, ребята, я лечу в космосе на высоте 8 метров. Будем падаем, падаем с огромной высоты. Вот это мы с вами взлетели. Ребята, мы взлетели, и Луны не видно, вы представляете? Ребята, где грунт? Я не понял. Где лунный грунт, на который мы... Опа-па, вот и мы приземлились на лунный грунт. И теперь мы должны обязательно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, отсюда, понятно, мы уже никуда не выйдем. Отсюда только надо вот так вот взлетать. Вау, вот это да. Вот это наш лунный модуль делает вещи. Тихонечко мы сейчас перелетим эту горочку и приземлимся чуть-чуть дальше. Давай, давай, лети, лети, лети. Вот здесь вот мы и упадем. Газу, 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 газу. Ребята, я опять улетел в невесомость. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы с вами пострадали и свернули немножко шею. Ну ничего, сейчас мы с вами посмотрим. Выберем немножко другой этап и другой транспорт. Так, ну что ж, на Луне мы отлично с вами справились. Так, дорогие мои люди, которые... Дорогие мои друзья, которые еще не успели подписаться... Пожалуйста, сделайте под видео это, нажмите на красный квадратик подписаться, а также не забываем комментировать мои видео и ставить пальцы вверх. Ну что ж, ребята, мы взяли машинку Hot Rod и, наверное, мы с вами ее давайте будем испробовать на Марсе. Ну что ж. О, такая тащила нормальная. Вот это да, смотрите, как она, у нее отличные, смотрите, характеристики для... такого автомобиля. Просто супер. Вот это да, вот это круто. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Разбил крышу и сам, естественно, попал в аварию. Ну ничего, ребята. Сейчас мы с вами повторим обязательно эту гоночку. Так, ну что ж. Поехали, проедемся, посмотрим, что нас здесь ждет на самом деле. Газу, 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 газу. Так, все, аккуратненько мы проехали, чтобы не зацепиться крышей. Бабах. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребята, при любой удобной возможности нам... Уже у нас крыши нету, так что, если что, нам снесет просто голову. Ой. Ну, вот так вот, в принципе. Как я и планировал. Так, ну что ж, давайте возьмем немножко другой автомобиль и попробуем прокатиться где-то немножко на другом этапе. Так. Хочу зимой, ребята. Поедем в Рождество. А, я не выбрал, на чем мы будем ехать. Вот так. Будем ехать на санках, конечно же. Ну что ж, поехали. Ребят, посмотрите, как олень перебирает ножками своими. Везем подарки деткам. Правда, Рождество уже прошло, но ничего, мы немножко опаздываем. Сносим все на своем пути. Чух-чух-чух-чух. Ребята, потерял подарки деткам. Приеду теперь к деткам без подарков. Ну ничего, как говорится, самое главное, чтобы Санта-Клаус или наш русский Дед Мороз приехал вовремя, а подарки там уже найдутся по дороге.
Вот под елками подарки. Че, не собираете их? Чих, 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 чих. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратно. Что ж ты застрял, олень? Давай, давай, газу, газу. Все. Забуксовал своими лапками, олениша. Забуксовал немножко своими лапками этот наш олень. А мы с вами сейчас, ребята, поиграем на чем-нибудь другом. Хочу на вот этом... Вот этот Beach Finder. Давайте возьмем вот этот большой такой джип. И кататься мы с вами будем. Грязевой котел. О, грязевой котел. Хочу грязи, ребята. Вот на джипе я точно буду в грязи. Так, ну что ж, поехали. Ого, вот это да. Вот это мощь. Газу, газу. Грязь нам не помеха, мы выедем из любых преград. Давай, 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 давай. Газу, 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 газу. Вот это да. Вот это, ребята, автомобиль, я понимаю. Вот это автомобиль. Давай, давай, газу, газу, газу. Я думаю, что вот такой автомобиль ты в жизни... Мне бы точно пригодился. Он просто супер. Он показывает, насколько у него мощные колеса, которые готовы преодолевать любые, в принципе, препятствия и выезжать из любой грязи. Круто. Просто круто. Просто отлично, ребята, просто супер. Тихонько, 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 буксуем, буксуем, буксуем. Сейчас выйдем. О, отлично, просто отлично, просто супер. Давай, газон, 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 газон. Вау, 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 вау. Ребята, тихонько, тихонько, тихонько. Вау, вот это я забуксовал. О, тихо, 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 тихо. Так, все, тихонечко, а то мы сейчас можем потерять бдительность и просто с вами свалиться. Но нам это не нужно, нам нужно приехать. Баба. Да, ребята, мы с вами эту гору все-таки одолели и потихонечку пробираемся вперед. Давай, давай, газу, 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 газу. Отлично, просто супер, просто отлично. Давай, газу, 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 газу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Только не падай, только не падай. Давай еще. Давай, 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 давай. На Марсе, мы же на Марсе, мы же не на Луне. Отлично, отлично. Вот это да, ребята. Да, ребята, мы с вами сделали это. Мы одолели самую... большую гору в этой игре. Так, дорогие друзья, если вы просто смотрите видео и еще не подписаны на мой канал, советую вам это обязательно сделать и написать, конечно, комментарий. До встречи, дорогие друзья, будьте моими друзьями.